Утро, Хабаровск, набережная Академика Невельского, это Амур, знаете, да, есть такая река, называется Амур, огромная река, она вот так течет, идет, там где-то потом разделяется на две части. Одна часть так и называется дальше Амуром, другая Уссури, течет там в Монголию, в Китай и так далее. Сказали, что самое такое топовое место в Хабаровске — это вот эта набережная, надо посмотреть. Ну, конечно, не говорили, что надо в такую погоду, но у меня без вариантов. Сегодня приехал,